Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Тема сегодняшнего онлайн-расклада будет называться «Что ждет меня с загаданной женщиной?». Расклад будет для мужчин из двух вариантов. Позиций будет немного, варианта будет два. Я буду работать на колоде Таро «Безумная луна» и на Таро «Ленорман». Первая позиция нам покажет теневую сторону ситуации на данный момент. Теневая сторона. То, что, возможно, вам не видно. Первый вариант. И второй вариант. Дальше. Ее отношение к вам. Первый вариант. Что скрывает? И карта «Итог». Второй вариант уже самое. Ее отношение к вам. Что скрывает? Итог. Значит, первые две карты нам покажут теневую сторону ваших отношений. Ну, вы знаете, в общем-то, здесь у вас, конечно, все держится на женщине. Женщина ваша достаточно хорошо сориентирована по жизни. Для нее самое главное – это семья, быт, дом, чтобы все было в достатке. И здесь какая может быть теневая сторона? Женщина хочет материального благополучия. Есть в ней некая такая вот, может быть, как бы, ну, в общем-то, неуверенность. Да? Могу также сказать, что, судя по этой карте, ваша избранница хорошая хозяйка, хорошая мать. И, в общем-то, также она может иметь хорошее образование, образованное. Все для дома, все для семьи. Для нее это очень немаловажно. Дом, для нее быт – это самое главное. Может быть, является недостатком то, что, конечно, женщина концентрируется на быте. Слишком много времени удаёт уборке, чистке. Её отношение к вам. И здесь опять-таки у нас выпадает рыцарь Пентаклей, паж Пентаклей. Вы знаете, стабильные отношения. Здесь опять-таки эта карта говорит, ну, может быть, вам не хватает... Может быть, вам не хватает от девушки, от вашей избранницы каких-то таких эмоций, таких каких-нибудь чувств. Но здесь, ну, во всяком случае, спокойное и надежное отношение к вам, неторопливое. А девушка ваша вообще трудоголик, ответственная. Но она может быть также консерватором, понимаете? Ну вот. Ну и, в общем-то, возможно, вам каких-то ярких эмоций не хватает. Где-то как-то в ваших отношениях. Но она достаточно умная и, в общем-то, практичная.
Также могу сказать, что все-таки, знаете, в большей степени ваша дама, она меркантильна. У нее есть меркантильный интерес, потому что выпадают одни карты Пентакли. То есть это очень, очень может быть заземленная такая натура. Ну, материальная выгода, а привычка к удобству. Ну, в общем-то, так, что она может скрывать от вас? Что она может скрывать? Так, скрытая сторона. Восьмерка пентаклей. Ой, да. Опять пентакли. Прямо очень интересно. Одни пентакли. Что она может здесь скрывать? Знаете, есть какое-то подытожение ваших отношений. И я вам так могу сказать. В общем-то, если, не дай бог, вам придется разводиться или как-то расходиться, в общем-то, девушка заберет себе все, не только подарки. А вот... Ну и также могу сказать, что девушка ожидает от вас перехода этих отношений на другой уровень. Она печалится, понимаете? Она скрывает, возможно, здесь, знаете, как сказать, здесь-то по итогу выходит, что девушка скрывает какие-то известия она получает, возможно, какие-то доносы на вас. Возможно, какие-то сплетни она узнает о вас. И здесь, скорее всего, существует между вами любовный треугольник. Вот. А девушка-то ваша достаточно умная, с острым умом. Она как сказала, так и отрезала. Вот. И, в общем-то, здесь, знаете, могу сказать, что по королеве посохов ну, она достаточно требовательна. У нее, она, девушка хочет, чтобы были гармоничные отношения. Но при этом, где бы она доминировала, она, конечно, имеет очень яркую внешность, привлекательную внешность. Тем не менее, она во всем любит порядок. Так, что же еще? Ну, девушка выполняет роль свою на 100%. Она верная, преданная. И она также требует это от вас. Но смею предположить, что все-таки вы, видя ее погружение в быт, вам бывает скучно. И у вас есть, как сказать, ну, если и не отношения на стороне, то во всяком случае вы уже эти, может быть, есть какой-то флирт, общение. Но то, что будет какой-то донос и разочарование, это однозначно по итогу. Потому что здесь идет на вас донос. Так, сейчас открою эту карту. Десятка час, но эта карта говорит о семейном благополучии все равно. Операторе. Ну, вы, конечно, друг от друга никуда не денетесь. То есть вы, как сказать, вы даны друг другу по судьбе. Просто даже, можно так сказать, кармически. Вы должны быть обязательно вместе с друг другом. А вот. Даже если у вас и возникнут какие-то проблемы,
в общем-то, вы их разрешите. Потому что, ну, вы не захотите все равно терять такую девушку. Понимаете, даже если вам где-то бывает скучно с ней и пресно. Это ваш кармический партнер. А вот. Также могу сказать, что девушка ваша не лишена духовности. Она мыслит масштабно. И если вас что-то не устраивает, умейте разговаривать с ней. Она готова всегда пойти на компромисс, хотя она может желать, чтобы все равно все было так, как она хочет. Но она здравомыслящая, она готова пойти на компромисс и меняться. Самое главное, нужно уметь высказывать свою точку зрения и свое недовольство. Ну, в общем-то, у вас достаточно перспективные отношения на будущее. Очень гармоничные, очень хорошие. Вот и все. Так, это у нас что касается первого варианта. Так, второй вариант. Теневая сторона. Так, звезда перевернутая. Так, и шестерка тоже перевернутая. Ну, я могу сказать, что здесь идет, знаете, как сказать, некое такое разочарование. В каких-то были у вас какие-то надежды, и идет здесь разочарование в партнерских отношениях. В общем-то, нету радости. Рухнули какие-то надежды, которые были у вас. Ну, даже могу сказать, что здесь, может быть, между вами есть как некая такая грубость, а не деликатность. Может быть, какая-то конфликтная ситуация. Давайте посмотрим. Ну, вам эти отношения стали в тягость. И вам, и вашей партнерше. Вы находитесь в тупиковой ситуации. В общем-то, когда все, вы хотите все забыть, закрыть глаза и убежать друг от друга. Так, давайте посмотрим ее отношение к вам. Ее отношение к вам. Ну, у девушки еще есть чувства к вам. И она, в общем-то, как сказать, ну, в общем-то, у девушки есть чувства, и ну, она часто погружается в такое состояние, что ей недостаточно от вас как раз-таки внимания. Так, сейчас открою эту карту. Ну, вы знаете, вы для нее слишком, как сказать, она видит в вас игрока, то, что вы ищете всегда удовольствие. Вы ищете всегда удовольствие. Вы такой легкий, замечательный, и вам, возможно, часто бывает с ней скучно. И, в общем-то, как сказать, бывают такие моменты, что вы сели на коня, как говорится, и поскакали. А девушка к вам питает чувства. Она хочет, чтобы вы были возле нее рядом. Что она скрывает от вас? Одиночество она свое скрывает, ревность к вам, недоверие она скрывает. В общем-то, девушка хочет быть, чтобы вы официально как-то, возможно, тоже официально оформили отношения и поменяли к ней свое отношение. По семерке посохов могу однозначно сказать, что девушка за вами следит. У нее есть ревность по отношению к вам. Ну и, в общем-то, здесь однозначно идет недоверие. Здесь идет недоверие. А потому что девушка вас подозревает в измене. Ну, в общем-то, здесь идет... Между вами есть страсть. И, в общем-то, вы достаточно человек темпераментный. Возможно, ну...
одной девушки вам мало, понимаете, то есть, потому что вы динамичный, предприимчивый, понимаете, такой вот весь, такой весь. Но, однако, между вами слишком у вас большая мощная потенция, и часто конфликтные ситуации, в общем-то, происходят именно из-за вас, понимаете, деструктивный союз между вами. И, скорее всего, здесь девушка в роли жертвы. Потому что она хочет более спокойных, гармоничных отношений. И она с вами чувствует себя одинокой. Это был второй вариант. Если вам понравился мой расклад, голосуйте. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Возможно, кто-то захочет обратиться за индивидуальным раскладом, консультацией. Под данным виде будет находиться номер телефона, куда вы можете написать на Viber, либо на WhatsApp. Берегите себя, всего доброго!